Меня зовут Инесса, добро пожаловать на мой канал. В этом видео я вам показала обзор моих любимых красивых платьев, восточных, мусульманских, которые у меня есть в наличии. Эти платья были приобретены из разных магазинов. Это были платья, которые я купила и в Алма-Ате, и здесь, в Тунисе. У меня есть еще какие-то отдельные платья, которые я вам не показала. Но их я отдала уже сестренке, либо же вообще оставила в Алма-Ате. Я очень люблю Восток, я очень люблю восточные платья, я люблю индийские платья, я люблю марокканские, я люблю арабские платья, я люблю, как одеваются кавказские девушки с их национальной символикой. Также я люблю наши казахские платья, узбекские платья, я тоже очень сильно люблю. В общем, я вообще в целом люблю весь Восток. Хотела бы вообще немножко поговорить про длинные платья, как бы выгодно ли их шить, либо же выгодно приобретать их самим в каких-то специальных мусульманских магазинах. На что я вам хочу ответить, то что, конечно же, шить платье длинное, восточное, выгоднее самой. Если вы купите ткань и отошьете все сама, например, какое-то праздничное, такое блестящее, богатое платье, то выгоднее, конечно, будет шить самим, потому что на ткань вы потратите, например, несколько тысяч тенге. А если вы будете покупать из каких-то специализированных магазинов, то цена будет порядком намного-намного выше. Но хотела бы сказать то, что вот в таких специализированных мусульманских магазинах, да, есть всегда очень хороший сейл, есть очень хорошие скидки. И вот на вот эти скидки нужно обязательно идти, нужно охотиться на какие-то интересные платья, где вы можете вообще купить за 3000 тенге, за 5000 тенге, за 7000 тенге, ну такие довольно-таки приятные, хорошие цены. Например, самое последнее мое бирюзовое платье с бирюзовым платком, например, вот это вот платье идет примерно, наверное, 5,5 метров расход ткани, и плюс там внутри есть подклад. Вот вы представляете, вот если бы я сама бы купила бы это подклад, основную ткань, фурнитуру, замочки, то мне с таким метражом в 5,5 метра, конечно, невыгодно самой шить платье. Мне выгоднее пойти и купить уже в готовом магазине. Например, вот это платье, честно говоря, девочки, я купила очень дешево. Покупала я его 3 года назад, и цена была 3000 тенге. Ну, вы представляете, ну это вообще сущие копейки. А платье, насколько эффектно смотрится, оно в такое простое, лаконичное. Там такая вот широкая юбка, шикарная просто. Поэтому я говорю вам, иногда вот можно купить хорошую вещь, да, за сущие копейки, и не надо будет тогда идти и шить платье в 5,5 метров. Как бы, ну, это немножко трудоемно будет и невыгодно. Поэтому я вам советую то, что вот если вам нужно купить какое-то платье праздничное, да, то вы сначала обойдите все магазины специализированные, вы приценитесь тканям, и только тогда делайте свой основной выбор, как бы на какую вы вещь будете покупать, либо вы будете брать в готовом магазине, либо вы будете шить самим. Вот, это по поводу таких вот платьев. По поводу прямых тоже платьев. На такое платье уходит примерно 3,5 метра. Иногда выгоднее купить тоже ткань и отшить, либо точно так же иногда выгоднее походить по скидкам и найти достойное хорошее платье. Если вы решили открывать себе свой магазин мусульманской восточной одежды, то здесь, конечно, знаете, такой идет немножко тяжелый вопрос. Стоит ли отшивать, иметь свой собственный цех? Здесь вопрос стоит очень остро, потому что отшивать мусульманские платья на продажу, девочки, это вообще невыгодно. Почему? Потому что расход ткани идет очень большой, соответственно, и мастерам придется платить достаточно большие суммы денег. Поэтому, да, вам выгоднее всегда будет купить готовые платья из Узбекистана, из Киргизии, из Турции, иногда из России тоже. Насчет российских брендов, да, я бы хотела бы сказать, такие вот бренды, как Резида Сулейман, либо Сахара, бренды, конечно, очень классные, но, честно, мне кажется, не каждый человек может позволить себе купить платье из их коллекции. Почему? Потому что цены идут весьма высокие. Если честно говоря, мне очень жалко покупать платье в этих магазинах, в этих бутиках,
потому что, ну, я предпочитаю пойти купить ткань и отшить все это дело самой, потому что ихние платья стоят примерно 10, стоят примерно 8 тысяч рублей, 6 тысяч рублей. По-нашему это будет примерно 35-40 тысяч тенге. Ну, конечно, для меня, если честно, это большие деньги, вот, чтобы платить за обычное базовое платье. Поэтому здесь, знаете, девочки, честно, сугубо на любителя. Кто-то вот и рад носить какие-то бренды, и он будет рад им, а кто-то рад пойти на барахолку купить ткани и отшить самим, либо кто-то рад будет охотиться на скидках. По поводу магазина, то, что я вам говорила, если вы будете открывать сами, то здесь тоже, знаете, такой вопрос, как бы, если вы отшиваете маленькими партиями, да, то это выгодный бизнес. Но если вы хотите иметь сеть своих магазинов, вы должны понимать то, что вам необходимо будет покупать ткань рулонами. А рулоны, ну, тоже стоят как бы не дешево. Вот если вы покупаете один рулон, то из одного рулона, там примерно 40 метров, вот вам нужно отшить несколько моделей в разных размерах, и при этом, чтобы была вот эта вот сетка XS, S, L-ка, M-ка, XL-ка, XXL-ка, например, да. Поэтому, ну, не знаю, здесь, честно, знаете, такой нелегкий вопрос. Если вы хотите открывать магазин мусульманской одежды, то, конечно, лучше с кем-то посоветоваться, кто уже имеет бизнес. Но мне кажется, да, вот честно, потому что мы находимся в Алмате, у нас есть Киргизия, Узбекистан, Турция, также из Дубая нам очень легко привозить какие-то вещи, Египет. И многие девушки, они возят готовую одежду к нам уже в Алмату. У нас есть в Алмате такая интересная выставка, называется Sisters Bazaar, это мусульманская выставка. На ней в основном предоставлены как казахстанские бренды, точно так же предоставлены какие-то бренды из СНГ. В этих моделях можно будет найти местный пошив, когда дизайнеры одежды сами придумывают одежду, сами креативят, в общем, и получается достаточно тоже неплохие платья, неплохие модели. Надеюсь на то, что информация в этом видео была очень полезна для вас, и вам понравилось мое видео, мои платья. Если это так, то поддержите меня лайком, пишите мне ваши комментарии. Мне будет очень приятно вас почитать. Давайте немножко пообщаемся. Пишите мне в комментариях, какие бренды мусульманские вы любите, где вы покупаете свои платья, восточные, длинные, мусульманские, закрытые, в пол. Может быть, вы шьете их сами, либо же у вас есть какая-то швея. Всем я вам желаю хорошего настроения и всем пока-пока!